Сегодня губернатор Евгений Савченко с рабочей поездкой посетил Алексеевский район. Он встретился с главой местной администрации, посетил крестьянско-фермерские хозяйства и предприятия аграрной отрасли, занимающиеся переработкой сельхозпродукции. Подробности у Елены Труфановой. Общество с ограниченной ответственностью «Бионика» специализируется на выращивании зерновых и технических культур. С недавнего времени хозяйство активно включилось в развитие садоводства. В 2014-м был организован питомник по выращиванию семечковых культур. А уже в 2015-м предприниматель заложил яблоневый сад общей площадью около 25 гектаров. Львиная доля посадочного материала собственного производства. В этом году мы заложили подвое в 100 тысяч. То есть это 100 тысяч саженцев, это где-то по нашей схеме закладки на 80 гектаров. То есть через год мы готовы будем 80 гектаров заложить только своим посадочным материалом. Хозяйство сделало выбор в пользу интенсивных технологий – 1100 саженцев на гектар. К 2020 году яблоневый сад под Алексеевкой достигнет 300 гектаров. В планах у предпринимателя также закладка алычевого и вишневого садов общей площадью 6 гектаров, а также высадка малиновой плантации в 5 гектаров. Сейчас в хозяйстве трудится 25 человек. Государственная такая поддержка была? Да, в этом году мы за закладку получили. Все эти средства мы использовали для садоводческого инвентаря. То, что у нас не хватало, все мы докупили. Сегодня у хозяйства есть 4 помещения для хранения 120 тонн яблок. В планах строительство фруктохранилища еще на 60 тонн. Предприниматель пробует себя и в новой для района сфере – переработки яблок. В хозяйстве установлена линия по производству и пакетированию сока. В прошлом году была выпущена пробная партия – 3 тонны напитка. В вакуумной упаковке с краном. Вы ее открываете. Она стоит и месяц. То есть туда доступа воздуха нету, уже не пропадет. Вот посмотрите по чистоте. Прекрасный сок. Ну, то есть это фреш, он пастеризован, нет? Да, пастеризован. Фреш, конечно. Замечательно. Дайте объем снова урожая, и мы все у вас закупим для бюджетной сферы. А это крестьянско-фермерское хозяйство Николая Бережного. Пример успешной переориентации бизнеса. Раньше фермер занимался свиноводством. Теперь хозяйство специализируется на производстве молочной продукции. В прошлом году ее было выпущено 300 тонн. Здесь содержат 185 голов крупного рогатого скота. В планах строительство нового животноводческого комплекса и запуск цеха по переработке и фасовке молочных продуктов. Развиваться хотим и есть желание. И вот в этом году мы будем на 200 голов закладывать сарай. Сегодня же глава региона Евгений Савченко провел рабочее совещание с руководством района, на котором обсудили перспективные направления развития территории. Елена Труфанова, Валерий Ларьков, новости Мира Белогорья.